Да, вот она дача после трехлетнего отсутствия. Поросло все быльем, так и скажем. Дом темнел, трава выше пояса. Ну, короче говоря, душ не крашеный. Ну, вода есть в колодце, это уже радует. Да, заржавелый мангал. Здесь пионы, найти бы их тут. Огород, огород. Цветет и пахнет. Ну что, надо работать опять. Симпанит, что такое растет. Так, это была клубничная грядка. А, вон там что-то, даже какие-то листики есть. Одичало, наверное. Так, это яблонька летняя. Боже мой, как она разрослась. Ну и чего тут у нас? Тоже соседи. Ну и тут все полегшее. В этих зарослях можно найти цветочки. Вот. Да не знаю, ирисы что ли. Затопчу ведь пока. Тут тоже что-то есть. И победитель нашего огорода. Вот, весна, однако. Ну что, надо работать. Опять разгребать. Так, за сегодня, за разведывательный день, в первом приближении расчищено место около бочки, потому что надо жечь. А там сухостой. Ну, короче, сухостой, вон куча, вот куча. Там еще куча. Это нашелся лилейник. Там расчистила нарциссики, которые растут сами по себе. Полная бочка. Плюс еще куча. И неожиданная находка под яблоней. Вот. Пробиваются сквозь сухостой. Вон там еще есть. Вон еще есть. Да, но на это уже времени не хватит. Но, в принципе, сюда теперь можно ездить. Особенно в карантине. Слышите? Не, ну вот гул не надо слушать тут. Не знаю, кто. Птички-то поют. А, это вертолет. А не самолет. Может быть, даже из Жуковского. Ну, а так ведь красота. Можно приезжать.